Мало кто знает, но в Нижнекамске стало на один колледж больше. В здании бывшего 62-го училища в этом году начал работать филиал Казанского института юстиции. Пока здесь готовят только по программам среднеспециального образования, что должно быть очень востребовано. Большинство СУЗов Нижнекамска имеют техническую направленность, а сюда могут прийти гуманитарии. Пока набрали только одну группу из 38 человек. В остальных помещениях идет ремонт. Но в скором времени тут появятся новые парты и много интерактивного оборудования. Помимо аудиторий, в здании появятся актовые, спортивные залы и библиотека. Обновленный корпус должен открыть свои двери для студентов уже в следующем учебном году. Притом готовить будут по программам высшего образования, в том числе и на бюджетной основе. Будет действительно проще. Будет спортзал. То есть мы сможем там заниматься, потому что сейчас у нас физкультура, проходит достаточно в таком режиме, как упрощенном, что ли, сказать. Потому что, спортзала своего нету. И когда все достроится, будет, самому приятнее заходить. То есть атмосфера будет настраивать на еще больше стремления к учебе. Мне кажется, когда построится все здание, мне кажется, будет учиться намного интереснее, намного увлекательнее. И мне кажется, мы все войдем в процесс. Сейчас идет изучение востребованности направлений в Закамском регионе. В зависимости от этого будут открываться факультеты. В этом году здесь работают преподаватели из нижнекамских учебных заведений. Дальше преподавательский состав будет расширяться. Сюда будут приезжать педагоги из Казани. Денис Макаров, Максим Липин, новости НТР.